Всем привет и всем теперь добрый день. У нас сегодня во второй половине дня довольно сильный дождик. Ночью тоже была хорошая и сильная гроза с дождем. Все небо тучит, но уже где-то есть посветление. Где горы, там вдоль гор, туман, туман, туман. Сегодня съездили под те дома, посмотрели руины, которые, можно сказать, остались от войны, и люди там еще живут. Но погодка вроде довольно неплохая, хорошо, свежо, даже хоть дождик, довольно тепло и не сыро. О, там поезд едет. О, это точно, поезд. Ну и ничего, хорошо нам отдыхается. Вот наш опять балкончик. Если будет так дождик, будем с балкончика смотреть, любоваться, разглядывать. Сейчас биноклем еще дойдем до машины, если понадобится. У нас хороший есть большой бинокль. Вон там уже просветление есть в стороне моря. С этой стороны вообще все море уже как будто там довольно светло. Вот такие тучи ходили черные. Уже никакой грозы нету. Недавно только что приехали из Сухуми. В Сухум были на рынке. Купили мясо. Будем скоро делать вкусные шашлыки на море. Фрукты, персики. Вот такие тут видовочки классные. А ночью, конечно, гроза была. Будь здоров. Просто гроза. Дождь стеною. И все сверкало со всех сторон. Тут все сверкало, там все сверкало. Он поезд все ближе и ближе. А тучи вон. Туман все ниже и ниже. Ну и зелень хорошо. Персики будут вкуснее, мандарины быстрее созреют дождик. Так что все у нас отлично и прекрасно. Всем привет, доброго дня. Канал Дождь Кино.